Шалом! С вами Ася. Да, давайте про хрипящий звук. Чтобы не ломать язык. И возможно ли это? Есть ли у вас имя? Так, о чем там было-то? А, в сердце вьюга, точно. Лужица замерзает, тоже в сердце моем. Там же вьюга летает, но не за окном. Промок сегодня в пальто.
как-то на заборе, не знал беды и горя. Таки да, Анжин, Анжин, таки да, в Израиле. Ну, шалом вам тогда. Еще раз привет Израилю. Эрев Тов. Модернизма, отличие его от модернизма. Ну, Ёшкин же шкрот. Ладно, сейчас. Ха, окей. Ну, как-то так. Thank you.
сейчас все просто и очень мило. И повторяется в правой руке фа диез. Не уверена, что это красиво, но постмодернизму говорим yes. Сейчас жесть, а не экспромт, но попыталась наглядно просто рассказать разницу модернизма и постмодернизма по просьбе Вани. Спасибо, блин. Значит, будет так. Сожранные щенки вон.
теперь слышно клавиши, а вам? В любом случае, по-моему, песня получилась весьма минорно-мажорная. Пришло время моих любимых аккордов. Thank you.
Сыромятников твой раб. Ну что ж за хрень? Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, если это так. Делитесь им в соцсетях. Пишите под ним комментарии. Ну а с вами была Ася. Пока.